Здравствуйте, уважаемые подписчики и случайные зрители моего канала. Сегодня речь пойдет о датчике температуры двигателя, порой неисправность которого не позволяет нам завести двигатель, потому что именно он дает сигнал на ЭБУ, а с ЭБУ в свою очередь питание идет на свечи накаливания. Находится этот датчик на правой стороне двигателя, выше стартера, под впускным коллектором. Довольно сложно до него добраться на первый взгляд. Но если добавить немного сноровки и взять в руки удлиненную головку на 19, то все получится. Номер оригинального датчика, название видео, и на него достаточно много аналогов. Практически все запчасти и технические жидкости, а также масла я покупаю в одном и том же интернет-магазине. Он на вашем экране. Это не реклама. Просто меня устраивает их политика и довольно приемлемые разумные цены. Здесь, как мы видим, около десятка аналогов. Выбирайте на свой вкус и цвет. По мне так, фирма Вернет довольно-таки серьезная. У меня стоит их термостат уже на протяжении 2 лет, пока сбоев не наблюдалось. Еще хочу сделать акцент на том, что вполне возможно, какие-то из представленных в видео кроссовых номеров на самом деле могут не подойти, так что будьте внимательны. Удачи в подборе этого датчика. Для снятия двухконтактного датчика температуры нужно убрать аккумулятор, он будет мешать. И топливный фильтр. Ну, топливный фильтр, если такого стоит, это я так просто отогнул. Все. Датчик стоит вон там. Так. Вот он тоже чертится. Вот он. Два провода к нему подходят. Вот он. Вот такой головкой 19. Туда спокойно поглазишь. И вот заточка. Датчик, вот он сам. Денса в оригинале стоит. 179 700 02 20. Тосол сливать не нужно. Ну, антифриз, тосол. Минимум потерь.